Смотрите сегодня вестники Северодвинска. Крещенская ночь без купаний. Массовых иорданий в Северодвинске вновь не будет. 4 года условно получили высокопоставленные сотрудники Арктики. Их задержали с поличным при передаче отката 8 миллионов рублей. Оперативная съемка ФСБ в начале выпуска. Техника морякам, рыбакам и даже космонавтам. Отдел гражданского судостроения «Звездочки» 55. Неделя якутского кино стартовала в Архангельске, а в Латвии восхищаются эстетикой русского севера. Частный коллекционер открыл выставку картин, среди которых 8 северодвинца. 49-летнюю женщину сбили на морском. Кадры с места ДТП в рубрике «Протокол». Архангельский «Водник» сыграл 2 заключительных матча первого этапа чемпионата России. О новостях спорта в конце выпуска. Увидимся на канале «Свой регион» сегодня в 19:00.